Спасибо за представление. Глубоко уважаемые коллеги, мониторинг лучевых методов исследования у пациентов со злокачественным образованием головы и шеи очень сложен. Сложен он потому, что анатомия данной области, как показали нам уже очень подробно предыдущие докладчики, анатомия очень сложна, и сосудистое русло очень сложное. Поэтому приходится сталкиваться с такой проблемой, как стандартизация отчетов, стандартизация шаблонов, стандартизация заключений по описаниям компьютерно-томографического исследования и магниторезонансного исследования данной области. К опухолям головы и шеи относится очень большая группа опухолей. В первую очередь это опухоли лор-органов, опухоли челюстно-лицевой области, опухоли щитовидной железы и внеорганные опухоли. Хотелось бы отметить, что в данную группу не включены опухоли центральной нервной системы, первичные опухоли лимфатической системы и опухоли эндокринной системы, исключая щитовидную железу. Когда я готовилась к данному докладу, я посмотрела статистику, и вот такая статистика получилась. По абсолютному числу впервые в жизни выявленных диагнозов злокачественных новообразований головы и шеи в Российской Федерации на очень большом материале по данным Российского центра информационных технологий и эпидемиологических исследований в области онкологии. Эти книжечки печатаются каждый год, и при составлении презентации я разделила их по половому, по гендерному признаку. Среди у мужчин, среди достаточно такой разнообразной группы злокачественных образований головы и шеи преобладают опухоли гортани, глотки и полости носа. Злокачественные опухоли гортани занимают стабильно высокий процент, хотелось бы отметить, что опухоли полости носа также занимают большую нишу на настоящий момент и имеют тенденцию к росту. У женского населения щитовидная железа превалирует и также имеет тенденцию к росту. Но не хотелось бы сбрасывать со счетов злокачественное заболевание полости носа у женщин. При наличии стандартизированных отчетов всегда улучшается взаимопонимание между докторами, рентгенологами и пациентами, между докторами различных специальностей. И вот благодаря такому большому успеху системы BI-RADS в настоящее время RADS-программы идут практически на каждом уровне. Сейчас уже созданы программы для стандартизации отчетов по злокачественных образованиям, по раку предстательной железы, по гептоцеллюлярной карциноме, по раку щитовидной железы и так далее. И в связи с этим в 2016 году Американским колледжем радиологии был создан комитет по отчетности в области изображений для рака головы и шеи для решения следующих задач. Предоставить рекомендации для визуализации первичной опухоли мягких тканей шеи на предмет вторичного поражения, выработать лексикон для возможности отличия послеоперационных рубцовых изменений и остаточной опухоли или рецидива опухоли после лечения и предложить шаблонный RADS для формирования стандартного протокола на основе этого лексикона для, по сути дела, взаимопонимания между коллегами разных специальностей. Первоначально шаблонный RADS был разработан для наблюдения результатов лечения у пациентов с раком головы и шеи с выполнением компьютерно-томографического исследования с контрастным усилением с или без выполнения позитронной миссионной томографии. Нашим докладом мне хотелось бы показать, что данный шаблон легко адаптируется к другим модальностям. Ну и позвольте продемонстрировать. Всего категории 4, всего выделяют категории 4. Категория NIRADS 0 отражает новые базовые исследования без предоставления данных предыдущей визуализации. То есть пациент поступает без наличия каких-либо документов, только со слов можно узнать какие-то данные.
На данном слайде представлен пациент с орофарингеальной плоскоклеточной карциномой. Выполнено компьютерное томографическое исследование через 10 месяцев после лечения в другом учреждении. И при компьютерной томографии мы можем визуализировать увеличенный в размерах лимфатический узел второго порядка справа. При позитронно-эмиссионной томографии данных за патологическое поглощение фтортизоксиглюкозы глюкозы в данной области не отмечено. В данном случае возможно обновление категории на РАЦ, когда будут доступны дооперационные компьютерно-томографические исследования. Позвольте продемонстрировать собственными данными. У пациента в анамнезе злокачественное образование среднего отдела глотки с переходом на корень языка и метастазами в лимфоузлы шеи справа. Выполнено компьютерное томографическое исследование в нашем учреждении и магнитно-резонансная томография. Данных, полученных на руки от пациента, к сожалению, не было, и пациенту временно выставлена категория на РАЦ 0, которая может быть переведена, ну, в данном случае, вероятнее всего, самую высокую категорию на РАЦ 4. Еще один пациент, пациент с раком гортанной глотки и метастазами в лимфоузлы шеи. Со слов пациента, в другом учреждении была выполнена дистанционная лучевая терапия. Медицинская документация, к сожалению, не представлена и временно выставлена категория на РАЦ 0 с возможным обновлением категории после предоставления данных компьютерно-томографического или магниторезонансного исследования до выполнения лучевой терапии. Категория на РАЦ 1, когда мы не видим при методах лучевой диагностики признаков рецидива, в том числе при выполнении позитронной эмиссионной томографии нет поглощения фтордезоксиглюкозы в проекции первичного участка. В этом случае рекомендацией будет регулярное наблюдение. Литературные данные. Слева пациент после оперативного вмешательства 12 недель назад, выполнено 12 недель назад, при выполнении компьютерно-томографического исследования данных за накопление контрастного препарата в зоне послеоперационных изменений не определяется. При выполнении позитронно-эмиссионной томографии в проекции корня языка прослеживается зона поглощения фтордезоксиглюкозы, но это характерный послеоперационный вид. Справа представлен пациент до и после хирургического лечения по поводу рабдомиосаркомы в правом парафарингеальном пространстве. Исследование выполнялось магнитно-резонансная томография как до, так и после оперативного лечения. При контрольном исследовании имеется подозрение на рецидив в гипоглоссальном канале, но при выполнении позитронно-эмиссионной томографии данных за поглощение фтордезоксиглюкозы в данной зоне не выявлено. Хочу продемонстрировать данные с собственными наблюдениями. Пациент с образованием корня языка слева. На дооперационном этапе выполнена магнитно-резонансная томография. Мы можем видеть само образование, имеющее неоднородный, преимущественно гиперинтенсивный сигнал. Выполнено оперативное лечение и при контрольном исследовании на фоне послеоперационных изменений, достаточно обширных, данных за рецидив не получено. Следующий клинический пример. Из анамнеза данной пациентки известно, что выполнялась лазерная коагуляция новообразования, но при гистологическом исследовании был получен данные о злокачественном поражении. Было принято решение о выполнении магнитно-резонансной томографии для визуализации глубины инвазии данного образования. Что и было выполнено. Следующим этапом выполняется комбинированное лечение, оперативное с лучевой терапией. При контрольном магниторезонансном исследовании в проекции послеоперационных изменений данных за рецидив не получено. Еще один клинический пример. Пациентка с карциномой правой околоушной слюной железы.
выполнено контрольное исследование через 2 месяца после оперативного вмешательства. Данных, магнитно-резонансных данных за наличие рецидива опухоли на фоне послеоперационных изменений в правой околоушной области не отмечается. Что было подтверждено выполнением позитронной эмиссионной томографии, при которой специфических очагов поглощения фтордезоксиглюкозы в области послеоперационных изменений и в других областях не отмечается. Категория на раз-два. Данную категорию следует выставлять, когда имеется низкое подозрение на рецидив с умеренным накоплением контрастного вещества при компьютерной томографии или умеренное поглощение фтордезоксиглюкозы при позитронной эмиссионной томографии. В данном случае рекомендацией будет кратковременное наблюдение с помощью компьютерно-томографического исследования с контрастным усилением или и дополнительное выполнение позитронной эмиссионной томографии для оценки наличия глубокой инвазии. На данном слайде представлен пациент с орофарингеальной карциномой 12 недель после хирургического лечения. При компьютерной томографии зон в проекции послеоперационных изменений зоны накопления контрастного препарата не отмечается, но при выполнении позитронно-эмиссионной томографии прослеживается локальное или фокусное поглощение фтордезоксиглюкозы, что свидетельствует о подозрении на рецидив. Позвольте продемонстрировать собственные данные. Пациент с раком боковой поверхности языка, боковых отделах языка слева. При выполнении магнитно-резонансной томографии в данном случае представлена такая методика, как методика субтракции, вычитания изображений постконтрастных, из постконтрастных преконтрастные. Почему представлены данные изображения? Потому что иногда при исследовании языка данная схема очень хорошо работает. На данном слайде представлен этап предлучевой подготовки, и следующим этапом выполнено контрольное магнитно-резонансное исследование, при котором в проекции зоны интереса определяется зона измененного сигнала с положительной динамикой, но данному пациенту выставлена категория на РАС-2, поскольку необходимо кратковременное наблюдение данного пациента. Категория на РАЦ-3 определяет высокое подозрение на рецидив и требует выполнения биопсии. На данном слайде представлен пациент с орофарингеальной карциномой 8 месяцев после лечения. При выполнении компьютерной томографии прослеживается лимфоузел третьего порядка с сомнительным гетерогенным накоплением. При позитронной эмиссионной томографии прослеживается фокальное поглощение фтордезоксиглюкозы в этой зоне. Конечно же, в данном случае есть подозрение на рецидив. На данном слайде представлена пациентка с множественными оперативными вмешательствами по поводу опухоли полости носа. Достаточно калечащие такие операции. При контрольном магнитно-резонансном исследовании выявлен очень подозрительный солидной структуры очаг, который визуально не был видим. В данном случае очень высокое подозрение на рецидив, и даже я выставила в данной пациентке категорию на РАЦ-3, но, честно говоря, наверное, даже склоняюсь к категории на РАЦ-4. Категория на РАЦ-4 – это доказанный рецидив, радиологическая или клиническая прогрессия отмечается. Рекомендациями будет лечение с проведением биопсии или без таковой. На данном слайде представлен пациент после хирургического лечения плоскоклеточной ретромандибулярной карциномы 12 недель наблюдения. При выполнении позитронной эмиссионной томографии и компьютерной томографии прослеживаются гетерогенные массы по краю лоскута с интенсивным накоплением фтордезоксиглюкозы при выполнении ПЭТ. На
собственное наблюдение. Пациент с рецидивом рака слизистой оболочки дна полости рта, с деструкцией внутренней кортикальной пластинки подбородочного отдела нижней челюсти. При выполнении контрольной магниторезонансной томографии определяется зона патологического сигнала, не накапливающий парамагнитный контрастный препарат после его внутривенного введения. В данном случае мы говорим о доказанном рецидиве, то есть радиологической его визуализации. И последний, если я не ошибаюсь, клинический пример. Это пациент с низкодифференцированным раком левой околоушной слюнной железы. Данному пациенту была выполнена лучевая терапия, но, к сожалению, она не имела положительного действия, и в структуре левой околоушной слюнной железы определяется рецидив опухоли и множественные увеличенные в размере, сгруппированные неправильные формы с неровными нечеткими контурами лимфатические узлы всех групп. Нет, еще один. Прошу прощения. И последний клинический пример – это пациент с раком ротоглотки, состояние после химиолучевой терапии, прогрессия, резекция ротоглотки с реконструктивным пластическим компонентом. При выполнении контрольного магниторезонансного исследования, к сожалению, был выявлен рецидив под лоскутом. Если вы посмотрите лоскут с жировым перерождением, очень хорошо виден на гифке. Данный рецидив нам удалось визуализировать, в том числе при выполнении программы специальной импульсной последовательности диффузионно-взвешенной, при которой мы отметили истинную рестрикцию диффузии, что свидетельствует о высокой целлюлярности данного процесса. Таким образом, протокол NAERATS является клинически полезным протоколом для наблюдения за пациентами с опухолями головы и шеи, а также это простой и практичный визуальный контроль, который имеет потенциал для проверки эффективности лечения опухолей головы и шеи. Спасибо за внимание.